Начались работы по строительству дороги из Азербайджана в Нахчеван, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Кара Исмаилоглу в интервью газете «Йени Шафак», передает канал 13. По его словам, завершить его планируется в кратчайшие сроки. «Мы обсудили с заместителем премьер-министра Азербайджана вопрос строительства дороги из Азербайджана в Нахчеван. Мы отметили, что необходимо завершить строительство в кратчайшие сроки. Строительство уже началось», – сказал Кара Исмаилоглу. По мнению турецкого министра, также необходимо начать строительство железной дороги из турецкого Карса до пропускного пункта Делюджу на границе с Нахчеваном. Необходимо также провести модернизацию железных дорог в Нахчеване и после этого начать строительство прямой железной дороги из Азербайджана в Нахчеван. Таким образом, обеспечить железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном напрямую, а не через Грузию, подчеркнул глава ведомства. Он также отметил, что Азербайджан планирует строительство указанной железной дороги в декабре текущего года. Однако Турция предложила сначала завершить строительство автомобильной дороги, а затем перейти к прокладке железной дороги из Азербайджана в Нахчевань.